Здравствуйте, меня зовут Миронова Елена Александровна. Я являюсь ведущим педагогом мастерской балета Егора Симачева. И сейчас для вас мы начнем балетный урок. Начнем с разминки. Руки на пояс, пятки вместе, носки врозь. Начинаем разминать шею. В одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, Сашуль, повторяй за мной, в другую сторону. Голова в одну сторону, в другую сторону. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Повернули голову в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую. Поворачиваем так, чтобы не поворачивались плечи. Плечи стоят ровно, не двигаясь. Крутится только голова. Если опускаем голову, то плечо не поднимается к уху, а ухо кладется на плечо. Опускаем голову, поднимаем голову. Двигается только голова. Теперь круговые движения. С одной стороны проводим ухо. Крутим. Круговые движения. Разогревается шея. Разогревается плечевой. Плечи. В другую сторону. Опустили руки вдоль тела. Плечики наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Теперь одно плечо вверх, другое вниз тянем. Одно плечо вверх, другое вниз тянем. Раз и два. И раз и два. И раз и два. И раз и два. И раз и два. Раз. Два. Вздохнули, положили руки на плечи. Крутим плечами вперед. Вперед. И назад. Еще раз. Вперед. И назад. Все делается легко и просто. Опустили ручки. Теперь ставим ноги на ширину плеч, руки на пояс. Будем делать наклоны. В одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Потянули ручки наверх. И попробуем достать до носочков. Потянули ручки наверх. Сильно, сильно, сильно тянемся, как будто хотим достать до потолка. И вниз до носочков. Потянули руки наверх. Сильно, 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 сильно. И вниз. Руки на пояс. Ножки вместе. Берем ножку, обхватываем коленочку, притягиваем коленочку к себе. Тянем ножки, чуть-чуть разогреваем их. Берем другую ножку. Пробуем устоять. Тянем ножку к себе. Не падаем. Стараемся устоять. Держим корпус. Еще раз обнимаем ножку и
притягиваем ее к себе. Притягиваем, притягиваем, притягиваем. Подъемчики тянем. Коленочку поднимаем, спинку держим, опускаем. Другую ножку обнимаем натянутым подъемом. Спина прямая, опускаем. И еще раз ноги на ширину плеч, наклоны. В одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потянулись наверх, опустились. Потянулись наверх, опустились. Потянулись наверх, опустились. Руки на пояс, повороты корпуса. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. Плечики держим ровные. Голова приподнята. Вниз мы не смотрим. Поворачиваем корпус. Раз, два. Раз, два. Здесь поворачиваются только плечи, бедра стоят на месте. Никуда не шевелятся. Два. Только верхняя часть. Теперь разогреваем бедрышки. Бедро в одну сторону, бедро в другую сторону. Бедро в одну сторону, бедро в другую сторону. Раз, два. Раз, два. И круговые движения бедрами. Круговые движения бедрами в одну сторону и в другую сторону. Раз, два. 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 Теперь покрутим стопочку, разогреваем стопочку. Крутим ее в одну сторону. Крутим стопой в другую сторону. В одну сторону крутим стопочку. В другую сторону крутим стопочку. Стараемся спинку держать прямо. Ну, на стопочку можно и посмотреть, а можно и голову держать прямо для осанки. Другую ножку крутим в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону крутим стопочку и в другую сторону крутим стопочку. Потрясли ножками. Раз, два. Встряхнули. Раз, два. Присели. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ножки, пяточки вместе, носочки врозь. Поднимаемся на полупальчики, стоим, опускаемся. Поднимаемся на полупальчики, стоим, опускаемся. Стараемся вставать так, чтобы стояли на всех пяти пальчиках, не заваливаясь. Не вот так, не вот так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Теперь подготовим немножко наши коленки к уроку. Приседаем, встаем. Приседаем, встаем. Приседаем, встаем. Приседаем, встаем. Приседаем, встаем. На этом наша разминка заканчивается, и мы переходим к комплексу растяжки на коврике. Здравствуйте, меня зовут Миронова Елена Александровна. Я являюсь ведущим педагогом мастерской балета Егора Симачева. И сейчас мы с моей прекрасной юной ученицей покажем вам комплекс на коврике. Растяжку и разминку стопочками. Так, Сашуль, садимся прямо. Все садятся прямо.
Плечики должны быть вниз, голова приподнята, спинка абсолютно прямая, ножки вместе натянуты. Мы начинаем. Носочки. Сильно-сильно натягиваем носочки вниз. Раз, два. Спину держим. Нельзя опускать спину. Раз и два. И раз и два. Весело улыбаясь, стараемся не сгибать колени. Их сгибать нельзя. Это неправильно, если вы сгибаете коленки. Саша, не опускай спину. Раз и два. И раз и два. И раз, девочки, все следим за своими коленочками и сильно-сильно натягиваем стопочки. Раз и два. Не смотрим вниз и улыбаемся. У нас прекрасное настроение, на улице весна. Раз и два. И раз и два. Упражнение делается на закачку и растяжку стопочек. Раз и два, а также протягиваются колени. Раз и два, и раз и два. Не забываем про спину. Два, раз, два, раз, два, раз, два. Давай, давай, давай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Два. Отдельно. Одна стопа натягивается, вторая стопа натягивается. Одна стопа, вторая. Не забываем про спину. Спину держим прямую, колени натягиваем. Давай сама. Раз, два. Раз, два. Раз. Не косолапим. Два. Стараемся больше натягивать в сторону мизинчика стопочку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Будь здорова. Раз, два. Не чихаем, мы не чихаем. Мы стараемся быть все здоровыми, сильными, активными, спортивными, балетными. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Два. Теперь мы крутим стопочками солнышко. Стопочки вместе. Спинку подтянули. Стопочки врозь. Стопочки натянулись и собрались. Стопочки врозь, натянулись и собрались. Разогреваем свой голеностопный аппарат. Два. Три. Спинку, подбородок. Улыбаемся. Все прекрасно у нас. Жизнь весела и замечательна. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Спины держим прямые. Подбородки поднимаем. Улыбаемся. Это главное. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Дальше переходим к складочке. Упражнение складочка. Спинка прямая, коленочки натянуты, стопочки натянуты. Собираем ручки в первую позицию. И давай, собирай руки в первую позицию. Раз, плечи вниз, плечи вниз. Поднимаем их наверх. Два. Поднимаем в третью позицию. Два. Ручки не затягиваем. Раскрываем алюнже 3 и кладем вниз 4. Стараемся, выполняя движение, не сгибать колени. И спина у нас должна быть абсолютно прямой. Стараемся к выполнению правильному, потому что не сразу оно получится у вас правильно. Но нам нужно к этому стремиться, нужно заниматься и много уделять времени. Еще раз берем ручки первую позицию. Спинка прямая. Пальчики сразу прячем. Пальчиков не видно. Два. Алюнже 3. Открывай ручки. И вниз. Кладем корпус. Кладем. Давай, 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 опускайся. Больно. Конечно, больно. Будет немножко больно и неприятно. Но что делать? Мы должны перейти. Мы должны постараться живот положить на ножки. Еще раз.
Раз. Давай, кисулик. Раз. Пальцы прячь. Два. Три. И вниз опускаем, опускаем. Коленочки стараемся натянуть. Еще. И раз. Пальцы прячь. Два. Пальцы прячь. И три. Опускаем, опускаем, коленочки натягиваем, опускаем, опускаем. Еще раз, и два, и три, и вниз, вниз. Тянем, 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 вниз. Стараемся задержаться в этой позиции как можно подольше, чтобы потянулся позвоночник, потянулась внутренняя часть бедра и коленочки. Еще раз, и два, и три, и четыре. Коленочки стараемся не сгибать. Спинку стараемся вытягивать прямую. Тянем, 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 тянем. Тянем, 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 тянем. Раз, и два, и три, и четыре. Тянем, 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 тянем. Убираем кубик из-под ножек. Ложимся на коврик. Ложимся на коврик. И начинаем закидывать ножки за голову. Закидываем ноги за голову. Стараемся их ставить прямыми. И возвращаемся, садимся вниз. Ложимся. Закидываем ножки за голову, возвращаемся, садимся вниз. И раз. И закидываем за голову ноги, закидывай ноги за голову, поднимай. И два. Кладем ноги, отдельно садимся вниз. Отдельно ложимся. Отдельно закидываем ножки. Отдельно кладем. И садимся отдельно вниз. Не торопимся садиться. Раз. И два. И три. И четыре. И. На этом мы заканчиваем комплекс на коврике, разогревание на коврике и переходим к следующему нашему комплексу. Этот комплекс вы можете повторять каждый день. Он очень полезен для разогрева вашего коленостопного сустава, для растяжки спины и закачки каких-то определенных мышц. Поэтому старайтесь, не ленитесь, и все у вас будет хорошо. Здравствуйте, меня зовут Миронова Елена Александровна, я являюсь ведущим педагогом мастерской балета Егора Симачева, и сейчас с моей прекрасной ученицей мы покажем вам комплекс растяжки на коврике. Начнем с элементарного. Складываем ножки лягушкой. Садимся в лягушечку, спиночка прямая, и стараемся положить корпус вниз, а коленочки прижать к полу. Тянемся ручками вперед, у нас растягиваются мышцы, мы начинаем растяжку. Аккуратно и медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз садимся, садимся. Тянем руки наверх, Саша, наверх руки тянем и опускаем их вниз. Опускаем вниз руки. Коленочки стараемся прижать. Если у вас коленочки не прижимаются к полу, не переживайте, скоро они у вас прижмутся. Главное стараться. Мы очень сильно стараемся и опускаем корпус вниз. Все получится, вы же большие умницы. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Тянемся до десяти. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Замечательно. Элементарное упражнение мы выполнили. Теперь мы ложимся на животик. Ложимся на животик в ту же лягушку. И лежим в этой лягушке. Хорошо, если кто-то вам поможет, мама или младший брат, и поддержит ваши ножки и опустит вам попу. Но если такой помощи нет, то мы просто ложимся и лежим. Лягушка будет под собственным весом тянуться и растягиваться. Растягиваются внутренние мышцы ваших ног. Лежим. И медленно считаем до 100. Если мы не умеем считать до 100, просим кого-нибудь старшего помочь. Если рядом нет старшего, то просто лежим как можно дольше. Лягушки. Мы не умеем считать до 100. Мой брат остался дома. Остался дома. Ну, мы с тобой мысленно посчитаем до 100, да? Угу. Вот. И вы мысленно посчитаете до 100, все у нас получится отлично. Просто как можно подольше мы полежим в лягушке на растяжке. Это одно из элементарных упражнений на растяжку, на развитие верхней выворотности. Верхняя выворотность очень важна в танце. Вот мы ее с вами путем такого движения развиваем. Тянем, 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 тянем лягушечку. Это замечательно, когда мы лежим и все нам комфортно. Но упражнение, скажу сразу, некомфортное, не всем будет комфортно лежать, но надо будет потерпеть. Это очень и очень важно, потому что разрабатывается, еще раз повторю, верхняя выворотность. Для того, чтобы вы танцевали пяточками вперед, выворотно и красиво, и были совсем не похожи на косолапых мишек. Хорошо, мы как можно дольше полежали в лягушечке. Теперь мы с вами постараемся взять кубик. Садись, Сашенька. Положить один кубик под коленочки. И нам понадобится еще один кубик. Второй приподнимаем попочку и кладем на пяточки. Ножки натянуты, пяточки вместе. Садимся абсолютно ровно и сидим. Этим упражнением мы растягиваем свой подъем. У нас растягиваются мышцы подъема, чтобы была красивая стопа. Ровно мы сидим. Сидим так, как можно дольше, тоже считая до 100, те, кто умеет. Те, кто не умеет, просто сидят в красивой позе, не шевелятся. Саша, сидит ровно. Пятки держим ровно, корпус ровно. Спинка ровно. Вот в таком положении. Мы сидим. У тех, у кого нет дома кубиков, могут подложить толстые книжки или достаточно жесткие подушки. Мы сидим. Тянутся наши стопочки, тянутся, растягиваются. Может быть дискомфортное движение, дискомфортное ощущение в стопах, но это ничего страшного. Это растягиваются ваши мышцы для того, чтобы была красивая и аккуратная стопа. Сидим. Ровно сидим. Спина прямая. Мы сидим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем глубокий вдох, выдох. Еще раз сидим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10. Делаем глубокий вдох и выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Думаю, достаточно. Слезаем. Саша, слезай. 1 и 2. Откладываем кубики в сторону и попробуем потянуть шпагатики. Продольный шпагатик на правую ножку. Стараемся, чтобы наши бедрышки были прямыми. Вот так вот разворачиваться не надо. Пяточка должна быть вперед. Коленочку сзади надо натягивать. Спинку поднимать. Вот. Это какой-то сложный. Сложный правильный шпагат, потому что он сложный. Так как движение нелегкое. Бедра разворачивать нельзя, крутиться нельзя. Стараемся, чтобы наши бедра были вперед. Вот здесь у нас бедро уходит назад. И сложно его повернуть вперед, но мы стараемся развернуть вперед бедро. Так, чтобы было правильно. И коленочку натянуть. Бедрышки должны быть абсолютно прямые. Мы растягиваем шпагат. На этом мы не заканчиваем наш комплекс растяжки на шпагате. Мы продолжим его в следующем блоке. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Миронова Елена Александровна. Я являюсь ведущим педагогом мастерской балета Егора Симачева. И сейчас мы продолжим комплекс растяжки на коврике. Мы начинали с правой ноги на шпагат. Теперь мы переходим на левую ногу на шпагат. Также стараемся, чтобы бедра были прямые, ножки натянуты. Не, вот бедрышко, видите, разворачивает малыш. Бедро разворачивать нельзя, оно должно быть. Ой, давай. Пяточка вперед. И бедрышко у нас должно быть тоже вперед. То есть бедро мы стараемся повернуть вперед. Это неприятно, детям это не очень нравится. Но это правильное растяжение шпагата. Бедром вперед. Они иногда ай, ой, мамочка и так далее. Могут быть такие восклицания. Ничего страшного в этом нет. Сильно мы не давим. Давим так, чтобы было понятно, что бедро идет вперед. И растягиваем потихонечку шпагатик. Сидим. Главное здесь усидеть в правильном положении. Тянем. Тянем, тянем левую ножку на шпагат. Стараемся не разворачивать бедра. Улыбаемся. Все равно, как бы нам было неприятно, мы улыбаемся. Потому что мы стремимся к чему? Мы стремимся к тому, чтобы стать кем? Балеринами. А балерина – это адский труд. Поэтому мы стараемся и трудимся. Пыхтим и продолжаем. Когда мы хорошенько потянули правую и левую ножку, мы стараемся растянуть поперечный шпагат. Теперь мы начинаем тянуть поперечный шпагат. Его можно тянуть двумя образами. Без резинки и с резинкой. Мы будем тянуть его без резинки, так как в домашних условиях тянуть с резинкой гораздо сложнее. Это надо делать под присмотром педагога. Мы садимся, спинка прямо, ножки в сторону. Помогаем своему ребенку, держа его за коленный сустав, но не так, чтобы это было больно. Сзади коленочками упираемся в попочку. И стараемся натянуть ножки назад. А ребеночек в это время опускает корпус вперед и тянется руками вперед. Давай, Саш, опускайся. Вот так вот. Мы стараемся это сделать. Коленочки назад, пяточки вперед, носочки стараемся, чтобы ребеночек тянул. Мы тянем и тянем, тянем. Давай, опускайся как можно ниже. Как можно ниже.
Спиночку, конечно, стараемся, чтобы опускалась прямая, но это не получается с первого раза, поэтому мы стремимся к совершенству, занимаясь каждый день. Растяжкой надо заниматься каждый день, иначе результата практически не будет. После прямого шпагата мы собираем ножки вместе, спинку подтягиваем прямо, поднимаем подбородочек, поднимаем одну ножку, все равно какую, ну, наверное, лучше правую, и противоположной рукой берем за пяточку ее и тянем на себя, тянем. Спинку при этом стараемся держать прямую. Давай, давай, тянем ножку, а спинку прямую. И улыбаемся. Мы не забываем, мы улыбаемся. Нам весело и здорово разогреваться, растягиваться и вообще заниматься балетом. Тянем ножку, тянем ножку, тянем ножку, тянем, тянем за пяточку. Коленочку стараемся не сгибать, спинка прямая. Тянем ножку вверх, тянем ножку вверх, опускаем. Берем другую ножку, также противоположной ручкой за пяточку. Спинка прямая, подтяни спинку, вот, подтягиваем спинку, подбородочек поднимаем, плечики не поднимаем и тянем ее наверх, тянем, 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 не косим подъем. Что значит не косим? Не делаем его вот так, как мишки. Пяточку вперед, почему и говорю, что за пяточку берем, пяточку вперед тянем, коленочки натягиваем, спинку подтяни, подтяни спинку, подтяни спинку. Тянем, 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 тянем. Опустили. Далее мы ложимся на животик. Ложись на живот. И начинаем растягивать, разрабатывать прогиб. То есть мы поднимаемся на руках наверх, прогибаем голову и сгибаем ноги. При этом у нас не должно подниматься, вот как вот здесь у нас, видите, поднимаются тазовые кости от пола. Нет, они должны лежать на полу. Положи, положи их на пол. Вот, а теперь сгибай ноги. Вот, сгибай ноги. Давай, давай, сгибай. Раз и два, сгибай ногу. Тяжело, но это правильно. Плечи не должны подниматься, плечи не должны подниматься. И тазовые кости должны лежать на полу. Мы тянем, разрабатываем. Движение называется колечко. Мы разрабатываем нашу спину, наш прогиб, нашу гибкость. Плечики вниз. Корпус вниз. Тянем. Тянем, тянем, тянем. Стараемся плечики разровнять и опустить их вниз. Не поднимаем их вверх, как у нас получается. Вот, плечики ровные. И еще тянем, 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 тянем. Следующее движение на животе называется корзиночка. Все мы знаем, как ее делать, и иногда даже радостно ее выполняем. Поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх, носочки натягиваем и стараемся качаться вперед-назад, 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 поднимая корпус, поднимая корпус. Здесь мы как можно больше вперед поднимаем ноги, а возвращаясь, как можно больше должны поднять корпус. Раз, два, раз, два, раз. Стараемся не переусердствовать, одинаково гнуть и одну, и вторую сторону, тогда будет получаться ровно. Качаемся, качаемся, качаемся. Давай сама, попробуй, попробуй, попробуй сама. Давай, давай, давай. Следующее упражнение тоже на животе. Ноги натягиваем, руки натягиваем вперед. Мы поднимаем одновременно и руки, и ноги. Упражнение называется «лодочка». Также вырабатывается гибкость спины, но при этом еще и закачивается спина, ягодичные мышцы и внутренняя часть бедра. Поднимаемся.
Держим, держим, считаем до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Опустились. Еще раз поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Опускаемся. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Опускаемся. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Опускаемся. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять. И начинаем качаться. И вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Давай-давай-давай, качаемся. Поднимаем ноги, руки над головой и ноги. Мы раскачиваемся. Давай-давай, раскачивайся. Не надо так. Нет, так неправильно. Мы поднялись и начинаем. Нет. Раз, два. Вот, правильно. Когда мы начинаем с положения лодочки раскачиваться. Качаемся, 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 стараемся, поднимаем руки над головой. Качаемся. Движение на разработку мышц спины. Теперь мы ложимся, поднимаемся только на руках и гнемся назад, не сгибая ноги вместе. Все лежит, плечи вниз, мы прогибаемся назад. Прогибаемся. Давай, 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 прогибайся назад. Не сгибая ног, не делая колечко. Вот. Упражнение, похожее на змею. Гнемся назад. Еще гнемся назад. Молодец. Опускаемся. Ложимся. Этот комплекс растяжки можно выполнять каждый день. Не то, что можно, его даже нужно выполнять каждый день. Потому что здесь не только растягиваются мышцы, но еще и они закачиваются по чуть-чуть, чтобы было правильное положение ног и рук. Мы были рады быть с вами. Здравствуйте, меня зовут Миронова Елена Александровна. Я являюсь ведущим педагогом мастерской балета Егора Симачева. Сейчас мы с вами переходим к комплексу уроков у станка. Начинаем мы с изучением позиции рук и ног. Начинаем с позиции ног. Пятки вместе, носки врозь. Это у нас называется первая позиция. Натягиваем батман тандю. И на расстоянии ставим друг от друга ножки. Ставим друг друга от друга ножки, ставь. Это вторая позиция. Натягиваем батман тандю и доводим до середины стопы. Это третья позиция. Вытягиваем вперед и ставим ноги друг напротив друга. Бедра прямые, спина подтянутая. Четвертая позиция. Натягиваем и закрываем полностью пятка к носку, носок к пятке. Это у нас пятая позиция. Саша, в другую сторону. Пятая позиция. В классическом балете всего пять позиций. Не путайте с другими направлениями танца. И также мы начинаем позиции рук. Подготовительное положение, оно одно. Первая позиция у пупка. Вторая позиция. Раскрываем руки в стороны. Третья позиция над головой. Но не затягиваем вот так вот сильно. Сильно так вот не затягиваем. Плечики мы опускаем вниз. Третья позиция у нас над головой. Так, чтобы подняв глаза, мы видели наши мизинцы. Три основные позиции, из которых выходят позы. Итак, мы начинаем упражнение у станка. Для начинающих мы встаем лицом к станку и в первую позицию. В первую позицию. Подтянуто, попочка подтянута. Начинаем маленькие приседания. Маленькие приседания называются деми-плие. Приседаем. Деми-плие. Попа в это время давит на пятки. Колени раскрываются. Корпус прямо. Давай, давай.
Прямо, колени раскрываем. Саша, не смотри вниз, пожалуйста. Вырастаем. Опять приседаем, то есть правильное движение. Приседаем. Вырастаем. Мы приседаем. Попа прямая, корпус прямой, спина. Вырастаем. Приседаем. Вырастаем. Также есть положение грамплие, то есть опускаемся в самый низ. До мы делали маленькое приседание, называлось демиплие. Сейчас мы будем делать грамплие. Садимся в самый низ. Не, попа никуда не свисает. Если смотреть в бок, то мы абсолютно прямые и садимся на пятки. Вырастаем, грамплие. Садимся, грамплие. Вырастаем. Стой, пожалуйста, лицом к станку. Твой возраст лицом к станку. Садимся, грамплие, показываю на ребенке. Садимся, садимся, грамплие. Садись. И вырастаем. Стараемся выполнять упражнения строго, следя за постановкой корпуса, попы, живота, головы. Не у всех дома, конечно, есть станок, и такой альтернативой может быть стул. Мы можем взять стул, вот такой стул, поставить ребенка к стулу, и делать упражнение у стула. Дальше мы перейдем на упражнение батман тандю, натягивание стопы. Стоим, держимся, плечики вниз, корпус. И начинаем натягивать стопу, натягивать стопочку. Раз, проскользнуть, натянуть. Мы проскальзываем и натягиваем стопочку. Держись ровненько, закрываем. Раз, не смотрим вниз. Натягиваем стопочку. Раз, два, три, четыре. Закрываем. Раз, два, три, четыре. 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 Другой ножкой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение батман тандю. Батман тандю делается, проскальзывая по полу, натягивая полностью стопочку, корпус прямой. И также проскальзываем обратно, закрываем стопочку. Так, дальше, после батман тандю, мы попробуем сделать правильно ролеве. Что такое ролеве? Ролеве – это подъем на полупальце. Раз, два, раз, на полупальце, на полупальце. То есть мы встаем, поднимайся, раз, встань и постой, встань и постой, встань. Раз, встали, стоим. Коленочки при этом должны быть натянуты, пяточки вперед, подбородок поднят, плечики вниз. Раз и два, и раз и два. На все пять пальцев встаем. Вот так положение, это уже неправильно. И вот так положение, это уже неправильно. Мы встаем на все пять пальцев, спина, живот, все подтянуто. Раз и два, раз и два, раз и два, раз и два. Делаем таких 20 подниманий. Замечательно. Дальше мы переходим к растяжке. Кладем ножку на стул. Кладем ножку на стул, как на станок. Да, вот так вот, как на станок. Коленочку натягиваем. Стараемся не косить. Ножка натянута. Гнемся к ножке. Гнемся к ножке. И еще гнемся к ножке. Гнемся к ножке, гнемся. Коленочку стараемся натянуть и ту, и другую, и опорную, и рабочую. Вот так вот, как делает
моя дорогая ученица, мы не делаем. Вот, выворотно, коленочко натянуто. Тянемся, гнемся к ножке. Берем ногу за пяточку. Берем ногу за пяточку и выводим ее. Стараемся натянуть. Тянем, тянем. Коленочку стараемся натянуть. Тянем, 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 тянем ножку, тянем. Отпускаем ножку. Кладем другую ножку. Другую ножку клади. Вот эту ножку, да. Другую ножку потянем. Коленочко натянуто, гнемся, 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 гнемся. Берем за пяточку и также вытягиваем, стараемся натянуть коленочку, чтобы локоть на стул у нас не заезжал, спинку выпрямить, ножку вытянуть, тянем ножку, опускаем. Эти элементарные упражнения у станка тоже желательно бы выполнять каждый день, чтобы наша прекрасная балерина росла и повышала свой уровень. Здравствуйте, меня зовут Миронова Елена Александровна, я являюсь ведущим педагогом мастерской балета Егора Симачева. Сейчас мы покажем вам комплекс ритмических движений. Руки на пояс. Первая позиция в ногах, пятки вместе, носки врозь. Мы делаем на 8 счетов прыжки, на 8 счетов хлопки, на 8 счетов прыжки, 4 счета бег вперед, 4 счета бег назад. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Главное выполнять четко, ритмично под счет или же под музыку. Главное выполнять прыжки с натянутыми носочками, высоко тянуться макушкой наверх, спинку во время хлопков держать ровно, четко. Во время бега ручки проводить вперед и назад на высоких полупальчиках, и тогда у вас все получится. Переходим к следующему движению. Ручки на пояс, пяточки вместе, носочки врозь. Делаем маленькие уколы ногой, пике. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Другой ножкой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Острые уколы. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Острые уколы. Раз, два, три, пяточкой вперед, коленочко натянуто, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Главное выполнять это движение с сильно натянутым коленом, сильно натянутой стопой, нога сильная-сильная, как у страуса. Укол, 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 укол. Как будто бы в полу воткнута иголка, и вам очень больно дотрагиваться до пола. И вы каждый раз отрываете ногу резким движением. Переходим к следующему движению. Оно немножко напоминает танцевальную композицию, но все-таки это упражнение на ритмику. Ручки. И раз, и два, и три, четыре. Подскок. Подскок, подскок, подскок. Раз, и два, и три, четыре. Подскок, 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 подскок. Раз, и два, и три, четыре. Подскок, 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 подскок. Раз, носочек натягиваем, не путаем право-лево. Подскок, подскок,
подскок, подскок. Хлоп, 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 хлоп. Назад, вперед, назад, вперед. У ушка. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Запоминаем. Главное считать и выдерживать ритм. Это очень важно в танце. В танце важно слышать музыку. Следующее упражнение на ритмику мы будем маршировать. Простой марш, но главное попадать в музыку. И раз, два, раз, два, раз, носочки натягиваем, колени высоко поднимаем. Молодцы, так держать, ручки не путаем, рука и нога разные. Раз, два, натягивай подъем, дорогая моя. Раз, два, все натягиваем подъемы, сильно, сильно. Раз, два, 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 раз, два. Помаршировали. Теперь мы делаем глубокий вдох носиком. Выдох. Глубокий вдох носиком. Выдох. Молодцы. Дальше делаем движение на ритм. Будем хлопать, маршировать и прыгать. Начинаем с марша. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Раз, 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 два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закрыли движение. Закончили движение. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Теперь мы сделаем плавное пор-де-бра. И раз, и два, и три, четыре. Ритм у нас медленный, плавный. Нагибаемся, поднимаемся, ручки наверх, открываем. Гнемся к одной ручке, гнемся к другой ручке, возвращаемся, поднимаем ручки наверх и выпускаем птичку ввысь, опускаемся, поехали вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, пальчики спрятаны. Три, четыре. Гнемся чуть-чуть назад. Возвращаемся. Открываем ручки. И закрываем ручки. Это плавное движение. Выполняется в темпе. Легком, воздушном. И не таком ритмичном, как выполнялось до. Мы обязательно станцуем с тобой неаполитанский танец. Так, дальше мы продолжаем движение на ритмику. Ручки на пояс. И раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Вокруг себя поворот. Раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Вокруг себя поворот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручка вниз, ручка вниз, поворотик повернись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручка вниз, поворотик повернулись. Раз и два. Наклонились. Раз и два.
наклонились, раз и два и три, четыре, поворотик повернулись, ручка вниз, ручка вниз, поворот повернулись, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это был легкий комплекс упражнений на ритмику. Здесь задействованы прыжки, плавные движения, движения пике, движение уколов, батман тандем. Комплекс развивает ваше слушание музыки. Вы должны ее любить, не просто слышать, а чувствовать. Желаем вам удачи! Здравствуйте, меня зовут Миронова Елена Александровна, я являюсь ведущим педагогом артистской балета Егора Симачева. Сегодня мы с вами разберем неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро». Итак, начинаем. На вступление мы стоим. Начинается музыка, мы начинаем прыгать. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Поворот. Раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И поворот. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И поворот. Позочка раз. Позочка два. Поза. Раз, меняем руки, плечи, голова. И поза два. Поза три. Прижали бубен к сердечку. Присели. Пяточка, носочек. Пяточка, носочек. Мы улыбаемся. Раз и два. Поменяли. Пяточка, носочек. Пяточка, носочек. Спинку прямо держим. Раз и два. Ручки в сторону. Правая ножка, левая ножка. Правая ножка, левая ножка. Поворот. Еще раз. Правая ножка, левая ножка. Правая ножка, левая ножка. Поворот. Хлоп. Хлоп. Пойдем подскоками по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прибежали, встали. И финал. Раз, два, три, четыре. Поворот. Раз, два, три, четыре. Поворот. Раз, два, три, четыре. Мелкий, мелкий, мелкий бег. И сели на коленочку. Вот, а теперь этот танец попробует исполнить моя ученица Александра.